Наиболее часто задаваемый вопрос сегодня – за кого же голосовать на президентских выборах? На сегодняшний день мы имеем около 20 кандидатов, которые верят в свою победу и хотят проявить себя во время президентской гонки. Выбор может быть сделан разный, но ответ очевиден. Голосовать нужно за кандидата из народа, действительно народного кандидата. Потому как, если мы будем выбирать банального представителя олигархических групп, мы ничего не изменим. Единственным нормальным и достойным кандидатом на пост президента Украины может быть тот кандидат, который делегирован Майданом. Только кандидат, которому делегирован мандат доверия от Евромайдана, может считаться единственным достойным кандидатом. Но за всей этой политической шумихой, увы, не слышно голоса Майдана. А именно к голосу Майдана стоит прислушаться, если мы действительно хотим что-то менять в нашей стране.